Так, Валя знакомится с голубкой. Да, спокойно, это спокойно. До голубя не может добраться, а сама с ним играет, если когда отдаю. Это Паля старается пробраться в коробку, а там голубь сидит. И в эти дырочки лапы сует, и что делает? Прямо рвет. Ну что, не получается? А? Ну-ка, пойдем. Вот так. Вот тут, давай теперь, ну-ка. И главное, прыгает кверху. Как скалолаз лазит. Вот так, лучше бы поесть надо. Пошел сейчас, принес 6 яиц голубиных. Вот, потеплела погода, и уже сели парить. А они погибнут, и птенцы погибнут, и сами истощатся. Интересно, природа какая. Голубку увидела и к ней старается пролезть. А сама не знает, что с ней делать. Вот утро. 12 ноября. О, помолились мы. Теперь Володя выпускает их оттуда. Так, закрыла. Тешится уже.
Какой-то не белая-то вышла, нет? Паля. Нет белой. А где она? Она обычно остается. А ну постучи, чтобы вылезла. Вот начинает когти чистить определенное место. Надо постучать, а не на стук вылазят. А в погребе у нас. Пойдем в погребе, а в подполе. О, это уже тут. Паля такая. Вот она. О! Я не знаю, куда. Буска выскочила. Вот она где. Подходит. И этой надо тоже. Все трое тут. Надо погладить. А тут вот все. Все, они тут и будут. Много ли нужно на этот, а нет? Сегодня, говорят, мороз там 8 градусов уже. Ну, так или не так, надо узнать. Ладно. Сегодня воскресенье. Сейчас все подготавлю. Я тут не разобрался еще. Почта большая сегодня по интернету. Дедушки такие, дяди головы играют. Скоро сейчас смешно даже. Что значит детей нет, так вот так вот. Ну-ка. Детей нет, да хоть скоро. Так, не мини, пока уйдешь, бумага будет уже измятая. Рыжий, ты что, не грызи. Вот мучается Надежда, сколько ходит. Выписать человека из моей домовой никак. И даю, главное, документы, домовая на меня, ну, в заголовке-то написано моя. Она с домовой пришла, нет, ничего не верит. Паспорт принесла, нет. То есть все пределы, все работают. Вытащи ее туда. О. Она боится тут сколько кошек. Ой, ой. Паля носится. Ну там свет хоть включи, там в темноте-то. О! Виолетта пошла. Давай ее сюда. Хоть маленько развлечься-то от этой. Ты. Ох, как она. Вот эта буска, она длинная такая, бегает. Ни одна мышка от нее не ускользит. Ну, а этот-то побежал. Глянь, с той стороны. И сразу раз. И запрыгнуть-то не может. Ты тоже взяла в рот. О, Паля. И по одежде туда забежала. Маленькая кошонка, если до того ловливый будет, а ты учишь так, тренирует. Вот они. Мать приносит мышку, а тут нет. Все, Володя. Все. Все на сегодня. Сверни вот сюда, положи. Вовнутрь. Вот сюда вниз. Вот здесь. Все. Ну все. Все, буска, давай. Мышек сейчас пойдешь ловить. Ты сегодня ее отнеси утром, Надежда Васильевна. Там не мыши бегают по подушкам. Конечно. Да. С потолка сбрасывай. Я туда креолину положила, сейчас нету. Прям мышка лапку. Так, я гляжу, не надо нигде. Вот у меня льготы вчера посчитал. Сейчас пришел за землю мне платить почти 13 тысяч. Ого. И при том платить куда-то в Кемерово, там почему, ничего не пойму. То ли кто-то не ошибся или что. Тысяч. А вы-то не платите. Ужас какой-то, что они там? Надо на второй строить, но там, наверное, куча еще документов пришло, то есть этих. Квитанции. Ну, то есть люди не работают, еще только думают, как где деньги выжить, как? Я сегодня смотрел, Малахова там убрали, закрыли программу или что-то другого там. А он говорит, что продают плохие лекарства, последняя передача была, а хорошие не рекламируют. От сустава болезни-то. Ну, а там-то кому-то это надо сбывать, это плохие-то лекарства. Ну, его и убрали. Люди-то понимают это. А он, говорит, он православный.
Так спокойно он говорил все. Ну, темы такие, людей-то занимают. И... Ладно, давай мой документ назад. Ничего, главное, будет. Ремонт идет здесь. Я, про меня указано. Печать, дай-ка сюда. И они, главное, это надо доказать, что я хозяин. Ну, а кто же хозяин? Это вот какой документ с печатью. И им это считается недостаточным. То есть доказать, что я владелец, что имею право выписывать человека. Понятно. А почему она меня посылает тут назад сюда? И, значит, тогда целую неделю ходит с одной бумажкой, и та потом пойдет получать зарплату, кто там сидит в суде. Если 58 тысяч оклад у ней, то что же мне работать? У депутата 800 тысяч, миллиарды гонят за границу. Как что-то везде фотографируют Медведева, и он говорит, вы держитесь только. Ну что, держитесь.